Привет всем, дорогие друзья! Новый выпуск по Clash Royale, и мы продолжаем обозревать колоды. Сегодня на 4200, и я покажу, как дойти до 4300, потому что, ну, многие зрители, наверное, не могут дойти сюда, потому что по итогам голосования, ну реально, многие еще сидят на 10-й арене, поэтому я думаю, этот ролик будет полезным. Не будет такого прям что-то вау, я не знаю, что-то невероятно крутые кубки мы опнем. Нет, просто я решил записывать видео, как я апаю 5200, потому что я месяц не играл, меня скинули до бронзы, мне надо апнуть в этом сезоне 5500, по крайней мере постараюсь. Поэтому буду сегодня там серебро апну, завтра к золоту, мастер и так далее пойду и буду снимать эту цепочку с разными колодами. Это рубрика тест колод. И кстати, если именно ты вдруг впервые на моем канале, то ты обязательно подпишись, нажми на колокольчик и поставь лайк, потому что на моем канале ты найдешь много обзоров на разные колоды, на разных аренах и прочее. Как пройти большие испытания, как пройти испытания, чтобы выбить легу, это испытания с легами. В общем, много разного контента, как и по клэшу, по роялю. Подписывайся обязательно. Ну а для старых зрителей, ребят, я надеюсь, вы уже знаете, что нужно делать. Вы пишите в комментариях, на какой вы арене. И вот, к примеру, по прошлым роликам я уже отобрал некоторые комментарии, составлю деки. К примеру, Холдик, я играю с гигантом, у меня есть из легендарок бревно, я хочу с этой карты, допустим, колоду. Нахожусь я на такой-то, такой-то арене. И как только 2000 лайков набираем, сразу же такой видосик и выйдет. Вот, сегодня мы играем на моем основном аккаунте. Значит, предыдущие колоды я показывал с мортирой, с кладбищем. Нереально крутые вот эти две деки. Сегодня, ребят, будет снова дека с кладбищем, тоже нереально крутая. Я внесу немножко ясность, кто не знает, в чем суть ролика. Тест колод, я выбрал 5 топовых дек, всеми мы сыграем. И когда мы всеми отыграем, я подвожу итоги и буду рекомендовать, почему эта дека была лучше от другой. Ну, в общем, проводим такую аналитику, тестируем колоды. Сегодня дека с кладбищем, мы дойдем до 4300, я извиняюсь. И... в принципе, чё, погнали, ребят, погнали. Сейчас набьем еще корону в королевском сундуке, а еще, может быть, выбьем и легу, кто его знает. И лего давно не падало. Так, обожаю, ребят, кладбище. Если у вас нету кладбища, то не переживайте, пишите в комментариях, какие карты есть. Я буду составлять колоды постоянно для вас. Так, это лава. Жалко, что нету палача. Есть такая же дека, только с палачом. Так, ладно, давайте... так, так, так. Тут так, рыцарь и маленький дракончик. Не знаю, что я тут наделал. Наверное, немножко... хотя норм, 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 смотрите. Сейчас мы сделаем вот так. Не расходимся, парни, не расходимся. Забираем, забираем всех, отлично. Так, жалко, нету у меня сборщика. Сборщика нету, блин, жалко, да. Ну давайте, давайте, бросаем теперь... кладбище, так, отлично. Ах ты ж, блин, гнида такая, ну ладно. Ну мы урона в любом случае больше нанесли. Не знаю, как там по эликсиру. Ой, ребята, неплохо, кладбище еще немножко урона нанесло и осталось 700-600 хп. Ну, изи, изи, пока что все хорошо идет. Так, хорошо, теперь снова лава. Ну, блин, мне вышибалу в любом случае, пускай на себя урон принимает. По воздуху у меня... интересно, у него есть молния? Вот это сейчас... если я сейчас затуплю, то будет беда, ребят, если у него молния есть. Ну, давайте вот так возле вышки. Так, рыцарь, рыцарь, принимай на себя урон. Так, отлично, теперь, теперь надо торнадо. Вот так. А, не получится торнадо, ну ладно. Хотя нет, торнадо все-таки надо. Чтобы вторую тыку... ай, блин, все-таки успел он две тыки сделать. Ладно, мы разменялись вышками. Мы разменялись, да. Но ему там еще слева надо законтрить. Отлично. Хорошо. Прекрасно. Миньончика убили. Замечательно. Поехали, ребят. Я левую сторону ему уже отдаю. Мне деваться некуда. Мне, ну, эликсира банально не хватило там на торнадо чуть-чуть. А, ну он, короче, решил все. Сразу. Поехали, поехали. Так, во. И пойзоном здесь. Накрываем пойзоном. Замечательно, всех забираем. Круто. Пока что все хорошо. Тут у нас маленький дракончик пойдет. Отлично. Сейчас с помощью торнадо мы сделаем вот такой вот фокус. Тут мы забираем вот так гоблинами. Замечательно. И еще переходим с... а, не, не переходим. Чуть-чуть не перешли. Но, вы видите, слева вышка еще не добита. Поэтому ему нужно что-то делать. Иначе, иначе ничего не получится у него. Так, тут poison. Хорошо. А, у меня бревна нету? А, у меня нету бревна, ребят.
Ладно, мне до второго поезда надо жить, всего лишь надо. Так, давайте здесь маленький дракончик. Так, ну почему он не просто не отдаст? Ну тут же очевидно, что я уже заберу вышку его. И давайте кладбище. Все-таки он пытается остановить меня, но не остановить меня уже. Все, победа. Хорошая игра, спасибо. Так, ребятки, плюс 33 кубка. Так, сколько у нас там остается? Ой, а еще остается много. Много сделать нужно атак, еще 2-3. Ладно, давайте откроем королевский. Лего, нету леги. Ладно, зато эпик выпал. Так, поехали в бой, ребятки. Нам нужно еще 3 атаки победить, чтобы зайти на 4300 кубков. Подбирается нам 11 уровень. В принципе, мне без разницы, хоть 12, хоть 13. Так, давайте. Не, ну 13, конечно, это я немножко переборщил. Так, давайте здесь Poison. И... Ой, Poison, кладбище, а вот здесь Poison. Пожалуйста, успеть. Успел. Отлично. Все, смотрите, мы разобрали вышку. А что это такое? Палач плюс дровосек, что это может быть? Забери сборщик. Ай, нет, чуть-чуть не хватило. Ну, блин, круто то, что мы сразу вот заход и сразу минус вышка, ребят. Обожаю я деку с кладбищами вообще. Фанатею. Так, давайте так сделаем. Немножко нет. Вот обожаю, торнадо это, блин. Меня бомбит, когда я играю против торнадо, серьезно. Вот. Играла до этого декой с тараном спека. Блин, ну нереально, эти элитки меня бесили. Кстати, ставьте лайк, если вас тоже элитки бесят. Потому что что-то последнее время я вот реально раньше думал, да ну хрен с ними, с этими с элитками, защищал эту карту. Сейчас реально бесит ужасно, не знаю почему. Так, ну просто реально уже тошнит от них. Давайте здесь рыцарь. Так, ребятки, так. Угу. Ну давайте просто Poison, ладно, не будем кладбище, не будем моросить, потому что потом не сможем задефаться. Это голем у нас, окей, голем, давайте здесь так. Будем, ребят, дефаться кладбищем, серьезно, ну это будет самый нормальный вариант. Давайте кладбище, хорошо. Так, поехали, все, дамажим голема. Надеюсь, у него Poison'а нету. Смотрите, как быстро съедают они голема. И смотрите, вроде бы они после взрыва голема уничтожились, да, мои скелетики, но они снова генерируются и... Так, нет, парень, нет. Тут такой номер со мной не пройдет. У меня еще есть торнадо, поэтому не-не-не. Отлично. Ой, как же горит у моего соперника, блин. Видите, да, что происходит? Так, поехали. Поехали. Так, дефайся. А дефаться ему нечем, бедняги. Давайте здесь вышибалу. А нет, да смотрите, дровосек задефал. Так, о, я потратил мегамуху, и вот как назло он все-таки шарик заюзал по левой стороне. Ну давайте сделаем вот так вот. Так, шарик одну тычку, да, сделает? Или две? Две тычки сделал. Если у него есть молния или что-то вообще в этом роде, то все. 3, 2, 1. Блин. Слушайте, не, мне понравилась его колода. Шарик плюс дровосек. Хорошая дека, но голем, мне кажется, там крайне лишним. А нет, ребятки, мне одну игру осталось сыграть. Победную, естественно. Поехали. Итак, поехали. 12 уровень мне подбирается, окей. Ну, в принципе, неважно, какой уровень. Я в основном обращаю на уровень только тогда, когда играю с печкой, потому что, блин, мой уровень печки только наносит урон 11 вышкам. Поэтому я постоянно обращаю внимание. Так, это у нас Роял Гигант 13 уровня. Так, хорошо. Хорошо. Так, ну, могут быть еще элитки, понимаете? Поэтому пока не буду спешить с вышибалой. Давайте просто гоблинов... Просто гоблина выброшу. Так, хорошо. Кладбище также пока не буду. Лучше задефаюсь. И спокойно перейду в контру. Так. Так. Вот сейчас, ребят. Нет. Ну, очень мало хитпоинтов у моего дракошки. Можно вот сейчас с вышибалой попробовать. Так, да, 7. Сейчас будет 8 эликсира. Так. Вот так вот бросаем кладбище.
Отлично. И давайте, что будет? Будет что-то интересное? Нет, не будет ничего интересного. Мы просто проносим вышку ему. Так, ой, он там запом чуть-чуть остановил. Так, мегамуха сейчас, если тоже он его не остановит, тоже нанесет урона. Две тычки. Да, отлично. Две тычки делает мегамуха. В принципе, меня все устраивает пока что. Давайте выбрасываем рыцаря. Выбрасываем рыцаря. Так, Роял Гигант уже был, да? Только что. Только что был. Мне интересно, есть ли у него элитные варвары? Так. Давайте. Да я хизычу, ребят. Давайте вот так вот дракончика на пушку. Пойзен может кинуть, я не знаю. Не, не буду пойзен. Давайте просто гоблинов. Просто гоблинов. И давайте кладбище. Тут вот пойзен. А что, вышка не достает, да? А, она дракончику не доставала. Я ее так кинул, что вышка не доставала к дракончику. Но все равно, смотрите, мы проносим ему. Проносим башню. И давайте мегамухой контрить Рол Гиганта. Тут у нас рыцарь еще пойдет в помощь. Пойзен вообще бессмысленный. Ну, я понимаю, зачем он его кинул. Но я ничего не буду такого выбрасывать. Так. Так, я предлагаю сейчас зайти вот такой вот комбинацией. Раз. Два. И пойзен нам накрыть. Или мне кажется, что он уже все. Тут, да, все. Он мне трешечку отдает. Но это круто. Это круто. Давайте забирать трешечку. В принципе, мне не важно, сколько корон. Ну, меня радует то, что он хотя бы понимает, что у него нету шансов. Хотя, что, шансы у него были, но это хорошо, что он не тянул время. Плюс 27 кубков. Отлично. Итак, мы заходим на 4300 кубков, и у нас, ребята, искатель 2, серебряная лига. Отлично, следующий у нас будет 4600, естественно, я подберу еще колоду. Поэтому, ребят, если вам нравятся ролики, ставьте лайк и включите колокольчик, потому что в скором времени будет ролик, где я трачу 100 тысяч золота. И приходите на стримы, там я гемасики разыгрываю. Ладно, ребятки, на этом буду с вами прощаться. Желаю вам удачи, удачных сражений. Пишите в комментариях, какие вам колоды надо. И вообще, пишите комментарии, что вы думаете об моих роликах, о моем канале. Все я читаю, только положительную критику, точнее не положительную, а конструктивную критику. В общем, пишите, я буду читать ваши комменты, делать какие-то выводы. Спасибо за просмотр, до новых встреч, ребятки, всем пока.